Один из самых любимых праздников в году отметили жители Гаджиева. День города в гарнизоне подводников прошел с размахом. В программе уже полюбившиеся жителям парады невест и колясок, док-шоу, а также неожиданные премьеры. Город подводников Гаджиева отметил свой 64-й день рождения. Без традиционной выставки военной техники здесь обойтись не могли. Как, впрочем, и без парада. Он в столице подводных сил Северного флота особенный. По площади идут невесты и мамочки с разнообразными детскими колясками. Например, Зоя Сарафьян придумала оформление по мотивам сказки Катаева «Цветик-семицветик». Реализовать идею помог старший сын. Мы всегда мечтаем и хотим, чтобы исполнялись желания. Но не всегда это получается. Так что мы поверим в сказку, и все желания наши сбудутся. Какие подводные истории без сирены русалок? Малютка Николь покорила зрителей не только своим ярким морским транспортом, но и оригинальным костюмом. Основной был хвост русалки, самое основное. А все остальное так, не сильно сложно. По одной ракушке в день клеили. В сценарии празднования Дня города и состязания «Виват Гарды Марины» – конкурс для молодых военнослужащих. Задача участников – показать жюри таланты, которые сложно разглядеть во время службы. То есть мы обращаемся именно к службе, служащим по контракту, к молодым лейтенантам, которые только что прибыли в гарнизон, и пытаемся найти среди них творческих, талантливых ребят, чтобы на них командование обратило внимание, чтобы они, конечно, могли заявить о себе в нашем творческом городе. Гуляние продолжалось без малого 6 часов. На сцене были представлены десятки номеров и отдельных программ. От выступлений творческих коллективов города до Всероссийского фестиваля кино.